Команда вышла из отпуска. Мы проходим традиционно перед сборами, в начале сборов, углубленный медицинский осмотр, где проверяем работу всех систем и органов, потому что что в течение сезона, что тем более на сборах, колоссальные нагрузки, мы должны проверить работу сердца, чтобы не было никаких нарушений, мы должны посмотреть анализы, состояние ребят оценить после отпуска, чтобы в случае чего корректировать как нагрузки, так и индивидуальный там план по спортивному питанию, по фармакологии. Самым главным обследованием является велоэргометрия, то есть это нагрузочный тест, параллельно который снимает электрокардиограмму, то есть смотрим, как работает сердце под нагрузкой. Предварительные результаты углубленного медицинского осмотра оптимистические. Видно, что ребята в отпуске выполняли программу и готовы к хорошим нагрузкам, серьезным.